Постоянная комиссия по социальной политике одобрила поправки в окружной закон о компенсации льготного проезда к месту отдыха и обратно. Согласно новому законопроекту, льготный проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле будет оплачиваться только самому работнику. Членам семьи льготная дорога предоставляться не будет. Напомню, что правом льготного проезда к месту отдыха и обратно на личном транспорте работник может воспользоваться раз в 2 года. Изменения коснулись и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно за пределы России. Для государственных служащих, руководителей бюджетных учреждений, заместителей руководителей и главных бухгалтеров с 1 января следующего года компенсация составит 30 тысяч рублей. Работников бюджетных организаций изменения не коснутся. Документ одобрен для принятия во втором чтении на ближайшей сессии.